құрметті депутаттар, құрметті Алмазбек Ахунжанович. Ко мне обратились жители Кадамжайского района Масалиев айлы кумуту, Карадоо айлы. В этом айле находится школа имени Амира Тимура, которая находится на сегодняшний день, очень, здание этой школы находится в очень плачевном состоянии и в аварийном состоянии находится. И поэтому это здание сегодня и морально, и физически уже давным-давно устарело. Надо построить нормальное новое здание школы. Поэтому я прошу вас дать указание Министерству образования, чтобы создали комиссию, а не так отпиской, чтобы не занимались, а создали комиссию и на месте изучили, в каком состоянии на сегодняшний день находится это здание. И внесли предложение по строительству нового здания школы Амира Тимира в селе Карадово, Кадамжайском районе. Также у меня была встреча с депутатами городского кенеша города Кызылкия, и в этой встрече очень много проблем, которые касаются города Кызылкия, мы обсудили. И основным из этих проблем, я озвучу вам несколько, которые они поставили перед нами, и в городе Кызылкия в ЦСМ отсутствует аппарат рентгена. Я уже несколько раз поднимал этот вопрос. И по сегодняшний день не может поставить один аппарат рентгена. А в городе проживает более 50 тысяч населения. И этот город обслуживает как часть Навкатского района, Араванский район, Кадамжайский район. Все приходят обслуживаться в город Кызылкия. Поэтому я прошу вас решить этот вопрос. Также в городе Кызылкия отсутствует реамобиль, машина скорой помощи. Ну, население 50 тысяч человек, если нет на сегодняшний день современной машины, скорой, автомобиля скорой помощи, ну, это, я считаю, это ненормально, да? Поэтому прошу вас дать указание Министерству здравоохранения, чтобы по вопросу аппарата рентгена и по скорой помощи этот вопрос решили. Рахмат.